и правда, так ли нужна сила в наше время? На Porsche далеко не вчера поняли, что погоня за показателями, которые впечатляют, прежде всего на бумаге, уже никому не нужна. Вместо этого требуется эффективность, умение получить из меньшего большее. Благодаря использованию самой современной техники, облегченных конструкций, ответственному обращению с мощностью и сегодня в большей степени, чем когда бы то ни было. Новые модели 911 Turbo. Совершенно ясно. Одной силы недостаточно. Новый компактный шестицилиндровый оппозитный двигатель, имеющий теперь рабочий объем 3,8 литра, легок и имеет два турбонагнетателя. Он развивает 368 кВт, 500 лошадиных сил при 6000 оборотах в минуту. Максимальный крутящий момент 650 ньютона-метров достигается в диапазоне от 1950 до 6000 оборотов в минуту. Несмотря на возросшую мощность, сокращение расхода топлива составляет до 16%, а снижение выбросов СО2 до 18%. Одним словом, мощность и крутящий момент растут, а расход топлива и вредные выбросы сокращаются. Достигается это прежде всего благодаря использованию нового непосредственного впрыска топлива Direct Fuel Injection, DFI, и системы Variocam Plus. В отличие от впрысков, коллектор у DFI смесеобразование происходит в камере сгорания. При этом индивидуальное для каждого цилиндра количество топлива с точностью до миллисекунд впрыскивается через форсунки с электромагнитным управлением непосредственно в камеры сгорания. Для обеспечения равномерного распределения топливо-воздушной смеси. Это улучшает процесс сгорания и показатели расхода топлива. Компания Porsche – единственный автопроизводитель, который использует турбину с изменяемой геометрией – VTG – в серийных моделях с бензиновым двигателем. Поступающие в турбонагнетатель отработанные газы направляются подвижными лопатками с электронным управлением на турбинное колесо. Положение этих лопаток можно регулировать. Это позволяет менять скорость потока газов и их воздействие на турбинное колесо. В результате уже на низких оборотах при слабом потоке отработанных газов удается получить высокую частоту вращения и высокую мощность турбонагнетателя. Для значительно более высокого давления наддува, отличного наполнения цилиндров и роста крутящего момента, особенно на низких оборотах. Кривая крутящего момента значительно раньше выходит на высокий уровень и остается на нем в течение долгого времени. Так называемая турбояма уходит в прошлое. Для эффективной подачи воздуха в цилиндры новые модели 911 Turbo оснащаются экспансионной системой впуска. Во всех системах впуска происходят колебания потока воздуха. Результатом этих колебаний является как сжатие воздуха, так и его расширение. Прежде считалось, больше воздуха – больше мощности. Поэтому сжатие воздуха в системе впуска используется для того, чтобы подать в цилиндры максимальное его количество. Недостаток заключается в том, что при сжатии воздух нагревается. Поэтому поджечь топливо-воздушную смесь с максимальной отдачей невозможно. Экспансионная система впуска новых моделей 911 Turbo использует колебания воздуха по-иному. Она использует расширение воздуха, ведь воздух при расширении охлаждается. В результате смесь в камере сгорания имеет меньшую температуру, ее можно поджечь с большим эффектом для отдаваемой мощности. В результате расширения в цилиндры попадает меньше воздуха, но увеличение давления наддува приблизительно на 0,2 бар компенсирует этот эффект.
Нагрев воздуха в результате большего давления наддува также удается компенсировать благодаря оптимизированным охладителям наддувочного воздуха. Результат – значительный рост КПД двигателя и большая мощность, а также более рациональный расход топлива при высоких нагрузках и оборотах. Великолепные показатели для разгона с места до 100 км в час новому 911 Turbo с серийной шестиступенчатой механической коробкой передач требуется 3,7 секунды. Максимальная скорость 312 км в час. Если опциональный пакет Sport Chrono Turbo с динамическими опорами двигателя будет скомбинирован с предлагающейся впервые для модели 911 Turbo семиступенчатой Porsche Doppelkupplung PDK, то на этот разгон уйдет всего 3,4 секунды. ПДК состоит из двух коробок передач, интегрированных в один картер. Две коробки передач требуют двух сцеплений. Это двойное сцепление через два отдельных вала поочередно соединяет силовым замыканием оба модуля коробки передач с двигателем. Принцип наложения передач. При включенной передаче в одном модуле, в другом уже включена следующая передача. Если подается команда на переключение, то за миллисекунды происходит размыкание одного сцепления при одновременном замыкании другого. Передача переключена. Очень быстро, без прерывания тягового усилия и почти незаметно. Всего ПДК имеет 7 передач. Максимальная скорость достигается на 6-й передаче. 7-я передача с длинным передаточным отношением дополнительно снижает расход топлива. Переключения выполняются либо в комфортном автоматическом режиме, либо вручную переключателями на новом трехспицевом спортивном рулевом колесе. Доказательством того, что на Porsche всегда находится возможность улучшить достигнутое, является опциональный пакет Sport Chrono Turbo с динамическими опорами двигателя и функцией Overboost. Вы нажимаете кнопку «Спорт». Ходовая часть, двигатель и опциональная ПДК получают значительно более спортивные настройки. При разгоне на полном газу функция Overboost временно увеличивает крутящий момент на 50 ньютон-метров, который тем самым возрастает до 700 ньютон-метров. Впервые в состав опционального пакета Sport Chrono Turbo вошли динамические опоры двигателя. Это электронная система, которая способна регулировать жесткость опор двигателя. Задняя часть автомобиля из-за сил инерции массы двигателя и эластичности его опор при заходе в поворот стремится наружу поворота с некоторой задержкой. Новые динамические опоры двигателя сводят к минимуму этот эффект. Все происходит благодаря намагничиваемой жидкости и электромагнитному полю. Жесткость и степень амортизации опор меняются. Они становятся более мягкими для увеличения комфорта и уменьшения вибрации при нормальном движении. И жестче для более непосредственных ощущений при спортивном вождении. Кроме того, динамические опоры двигателя снижают вертикальные колебания двигателя при ускорении с полной нагрузкой. Результат – более высокая тяга и ощутимо большая устойчивость при смене нагрузки и в быстрых поворотах. В сочетании с ПДК опциональный пакет Sport Chrono Turbo получает еще одну кнопку – Sport Plus с двумя дополнительными функциями. Первая – Launch Control для максимально быстрого разгона с места. Вторая – гоночный алгоритм переключений для максимального сокращения времени переключения передач. Принцип действия Launch Control. Когда селектор ПДК находится в положении M или D, нажмите кнопку Sport Plus. Затем нажмите левой ногой педаль тормоза, а правой ногой выжмите полностью педаль акселератора. В результате система устанавливает частоту вращения 5000 оборотов в минуту. При этом давление наддува увеличивается примерно до 0,5 бар, растет крутящий момент и сцепление слегка замыкается. Теперь вы как можно быстрее опускаете педаль тормоза и ощущаете, какая огромная способность к разгону скрывается в новых моделях 911 Turbo.
Вторая функция кнопки «Спорт плюс» – гоночный алгоритм переключений для движения и переключения передач в гоночном стиле. ПДК теперь рассчитано на кратчайшее время и оптимальные моменты переключений для максимального ускорения. Реализация силы на Porsche – это не просто мощный двигатель и трансмиссия. Ведь какая польза от силы, если она уходит в рев мотора и дым от шин? В том-то и дело, что никакой. Поэтому серийный активный полный привод Porsche Traction Management PTM заботится о необходимой тяге. Многодисковая муфта, оптимизированный PTM с электромагнитным приводом, активно регулирует распределение момента, поступающего на переднюю ось. Благодаря постоянному контролю условий движения, PTM может в любой ситуации обеспечить идеальное распределение момента. Для отличной тяги, в особенности на крутых поворотах, а также в дождь и снег. Активное повышение динамики и устойчивости движения у новых моделей 911 Turbo достигается благодаря впервые предлагающейся на Porsche опциональной системе Porsche Torque Vectoring PTV. Эта система дополняет действие механической блокировки заднего дифференциала переменным изменением момента, поступающим на задние колеса. При буксующих колесах блокировка заднего дифференциала улучшает тягу. При быстром прохождении поворотов она сокращает реакции на смену нагрузки, а на высоких скоростях улучшается устойчивость движения. Благодаря дополнительному легкому притормаживанию внутреннего по отношению к центру поворота заднего колеса, PTV обеспечивает более уверенное движение по дуге и допускает на поворотах более высокие поперечные ускорения. Как это все происходит? При динамичном заходе в поворот, при повороте руля, заднее внутреннее по отношению к центру поворота колесо слегка притормаживается. В результате на наружное колесо поступает больше момент, а автомобиль получает дополнительный импульс, заправляющий его в поворот. Это позволяет более динамично проходить повороты. Преимущество – на низких и средних скоростях это улучшает маневренность и точность управления и устойчивость движения на высоких скоростях. Это проявляется и на дорогах с разными коэффициентами сцепления, а также в дождь и снег.